Ну, короче, третья попытка снять ролик. Это хорошая девочка выбила у меня из рук телефон. А вот видите, что делает белая собачка? Вот это вот, когда он первый раз только появился у нас, он залез в самую грязную лужу, и оттуда вылезло черное чудовище. Он там ковырялся, я не знаю, минут 20 он в этой луже ковырялся. Что-то улеглась. Иди сюда, иди сюда. Яра. Ну что ты? И что ты такая вся пузика-пузика? Вот таким образом он был весь черный, весь грязный, он в луже около этого самого, в нашем там болоте, около, блин, колодца. Это было что-то с чем-то. Мы стояли с отвисшими челюстями, смотрели. Да, Ярочка? Да, моя девочка, да, моя красавица. Ладно. Завтра, кстати, с днем рождения тех, кто родился в апреле. Овны. Жуткий знак. Да? Да? Яра. Да, ты моя красавица. Она, кстати, тоже овен. Она тоже в апреле родилась. И жуткий знак, которым нужно все контролировать. Все all under the control. Почему я это знаю? Потому что у меня жена овен. И хуже того, у меня мама овен. У мамы день рождения будет 15 апреля. Сделают, не сделают машину. В ремонте очень долго стоит машина. Очень долго. Ну а что вы тут? Воронье. Не воронье. А? Так, надо идти мясо рубить всем. Ладно, дорогие друзья. Спасибо огромное вам за комментарии. Стихотворение «В лучах закатного рассвета» войдет в аналы стихосложения. Мы будем им гордиться многократно. Где эти сволочи вылезают, а? Здесь или в другом месте. Но здесь нигде не видно, что это в зале. Здесь тоже. Задолбали они. Хантер Сайком. Каждое утро встречают меня около ворот. Попадут в отлов. Замучишься их оттуда вытаскивать. Здесь закрыто. Там уже неоднократно.